На 68-й по счету автосалон во Франкфурте компания BMW привезла концептуальное купе 4-й серии. Стремительный силуэт в стиле 8-й серии создают изогнутый капот и покатая крыша. Похоже, что серийная четверка будет сильнее отличаться от родственной 3-й серии, чем мы привыкли. К чему мы не привыкли, так это к размерам фирменной решетки радиатора. Ноздри начали расти еще на обновленном седане 7-й серии и кроссовере X7, но здесь они вытянулись по вертикали. 46-летний хорват и уроженец Франкфурта Домагой Дукич, ранее рисовавший экстерьер i и M моделей, а смарта, отвечающий за дизайн всей марки BMW, напоминает, что вытянутая решетка в форме почек всегда была важнейшей чертой баварских автомобилей. По мнению нового шеф-дизайнера, концепт 4 представляет уверенный и классический взгляд на эту особенность. Для сомневающихся уже приготовлен аргумент. Дескать, посмотрите на вертикальные решетки старых моделей, вроде BMW 328 и Coupe 3.0 CSL. Но если размер решетки говорит сам за себя, то множество маленьких цифр 4, из которых она сложена, заметить сложнее. Еще удивительнее, что светодиодные элементы фар лишены стеклянного колпака и встроены в кузов сами по себе. А задние фонари без рассеивателей выполнены единым оптоволоконным элементом, который изображает сердцебиение. О технике BMW не сообщает ничего и даже не раскрывает интерьер. Но очевидно, что будущая 4-я серия разделит агрегаты новой трешки с индексом G20. Будут ли отличия, узнаем в следующем году.